В Москве вот-вот огласят приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Их уже доставили в Пресненский суд из Бутырки. Обвинение требует реальных сроков. 1,5 года колонии для Кокорина и 1 год и 5 месяцев для Мамаева. Другие фигуранты дела о драках, брат Александра Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий, также могут получить реальные сроки. По словам прокурора, вину подсудимых подтвердили свидетели. Все произошло в октябре, когда футболисты отмечали 10-летие своей дружбы. После ночного клуба сначала набросились на водителя, а потом в кафе избили чиновника Минпром. Торга. Действия квалифицированы как умышленное причинение легкого вреда здоровью и хулиганства.